Юрканиум форра. Снимаешь? Так встречаются в Иордании. Супер. Мы едем по пустыне Вадирам и проезжаем такие пейзажи, такие марсианские места, просто великолепные. Переполняет чувства и хочется петь. Я представляю, как ему хочется петь. Он же еще и к тому же местный, он чувствует причастность к этой красоте. Нам сказал наш водитель Ибрагим, что король Иордании сюда приезжает на 3-4 дня и здесь медитирует, релаксирует и балдеет буквально. Мы тоже это чувствуем. И сейчас, кроме всего этого, всего вот этого вот удовольствия, еще и смеемся. Над чем? Он говорит, я вам сейчас покажу голову Трампа. Мы подъезжаем сюда и вот видим профиль. Он говорит, типа, вот она, эта голова. Я говорю, ну, надо покрасить ее еще в оранжевый цвет. Волосы-то тыквенные надо сделать. И тогда все будет совсем точно. Ну, вообще, интересно. Ну, вообще, они с юмором, конечно, мужики. И это такие молодцы. Музыкальные, веселые. Нам с ними интересно. Все. Закрыли джип. Да, открыли. А то я думала, мы теперь дальше пойдем пешком, потому что дверь не можем открыть. Вообще великолепно, все нравится. Всем привет из Вадирам, Иордания.